200 килограммов сала пытались незаконно вывезти в Россию двое жителей Харьковской области. Но пограничники пресекли попытку контрабанды стратегического продукта. Автомобиль задержали в приграничной зоне неподалеку от села Отрадное. При обыске в багажнике нашли 9 мешков с салом. Нарушители оказали сопротивление и теперь будут отвечать не только за попытку контрабанды, но и за злостное неподчинение сотрудникам погранслужбы.